Всем привет, мои друзья! С вами Владимир. Приехал в лес. Вот в такую красоту. После дождя. Гуляю. Нашел чернику. Немного. Пособираю. Вам покажу. В этом году ее мало. Вот среди леса, в тенечке, такие ягодки. А в лесу красота. Тишина. У нас идут дожди проливные. Посмотрим грибочки. Может, есть какие? Уже недели, как дожди идут. Пора бы им уже. Пока соберем вот эту чернишку. Чернику. Вот, друзья мои, гуляю по лесу. Чернишку собираю немножко. Вот встретил волчья лыка. Небольшой кустик. Посмотрите, какие ягодки красивые. Но они очень ядовитые. Такая для вас информация. Для детей. Чтобы они не сорвали, не попробовали. Очень ядовитое растение. Волчья лыка. Так она растет. Это, друзья мои, те грибочки, которые я снимал 3 дня назад. 3-4 дня назад. Вот так они подросли. Но это точно поганки. Я еще когда снимал, был не уверен. Они были маленькие. Ну, сейчас они вот такие вот. Но вообще грибы быстро растут. Вот прошло несколько дней, и они вот такие вот уже. А были совсем маленькие. Вот так вот. Ну, вот хожу, смотрю, пока никаких грибов я не вижу. Ну, вот такие вот. Мне просто интересно, как они растут. И быстро, быстро, быстро. Посмотрите, какая у нас красота. В такой дорожке я еду по лесной. Ели. Пихты. Такая дорожка. Вот увидел. Опять гриб. Вот такая же поганочка на пеньке растет. Больше никаких грибочков нету. Вот такая черничка встречается. Немножко собираю. Стаканчик набрать. Ладно. Смотрите. Солнышко выглянуло. Как лес преобразился. Красиво после дождя. Вот смотрите. Красная смородина растет у нас в лесу. Кустики малины. Хорошо. В лесу. Ягодки есть. Малина. Немножко черники. Вот такая смородина. Красота.
Вот встречается такая чернишка. Кустики усыпаны. Но она такая меленькая-меленькая. Потихоньку хожу, гуляю. Душа отдыхает в лесу. Ну, спасибо, друзья мои. Погуляли мы по нашему уральскому лесу. Посмотрели грибочки. Грибочков нету. Вот такие вот заросли черники. Видите? Тоже черника так, ягодка по ягодке. Ну, всем пока. Всем мира и добра. С вами был Владимир. Всем удачи. Пока-пока.